Всем привет! Очередная бандероль с Китая. Большущая такая посылка. Доставили ее службы ЕМС. Добиралась она сюда довольно-таки быстро. Вот отправка. Не знаю, все ли тут видно вам будет. Сейчас раскромсаю ее и покажу по отдельности, что в этой коробке. Так, посылка с сайта jd.com. Здесь несколько товаров. Вот такой вот коврик. Я его добирал, потому что необходимо было на определенную сумму взять, тогда будет скидка. Вот такой вот коврик. Мягенький, приятный на ощупь. Не воняет. Так, в сторону коврик. Следующий у нас планшет Текласт. Следующие наушники и весы. Итак, пойдем. Первые весы. Так, видим, все запечатано. Здесь какой-то, я так понимаю, QR-код для приложения. Ну и какие-то инструкции. Сейчас вскроем его. Коробочку эту. Тяжело вскрывается. Вот такая коробка. Вот таким вот образом запакованы. Вот такие вот весы. В комплекте идет батарейки 4 штуки. И инструкция, судя по всему. В общем, здесь приложение, как пользоваться, судя по всему, и инструкция на китайском. Довольно-таки неплохая коробка. Чем-то напоминает коробки Xiaomi. 4 батареечки. И вот такие вот весы. Матовая поверхность такая неплохая. Здесь у нас под батарейки. Сейчас вставим их и попробуем, как работает. Ну, молодцы китайцы. И батарейки положили. Вот, смотрим. Ну, что-то там считает. Так, проверить нечем. Что-то поставить определенного веса. Ну, в общем, вроде все работает. Вот такие вот весы. В общем, вся эта посылка
набиралась из коллекции сайта jd.com или ru. Вот такие вот наушники с микрофоном. Так, прикручены. В общем, откручивать я не буду. Кабель здесь такой прорезиненный, довольно-таки неплохой кабель. Ломаться, даже если будет сгибаться, он ломаться не будет. Прищепка, регулировка громкости и здесь кнопочки включения-выключения. И вот такой штекер. Два, вернее. Один для звука, второй для микрофона. Довольно-таки неплохие наушники, качество довольно-таки неплохое. Ну, как будут работать, посмотрим. И в подарочек вот такой вот матерый пакет. Sonic. Так, это тоже в сторону. И последнее, это у нас планшет T-Class. Опять же запакован, но видим, тут вот вскрывался уже. Я надеюсь, для проверки вскрывался, не просто так. Так. T-Class, не помню, какая модель уже. Забыл. Вот такой вот планшетик. Вот он. T-Class P80. Здесь в пленке какой-то обклеен. Сейчас попробуем включить и посмотрим, пока будет включаться, что у нас в комплекте. Так, включение пошло. T-Class iPad. Так, здесь книжки какие-то никому не нужные. Инструкции. Наклеечка какая-то. И кабель синхронизации. Зарядного нет. Ну, в принципе, мне это зарядное как бы и ни к чему. У меня есть зарядка от Xiaomi. Розетка, вернее, от Xiaomi. Итак, планшет включается. Так, первое включение, судя по всему, или был сброс какой-то делали. Здесь такое выпуклое такое впечатление, как будто наклеено стекло на него. Ну что, довольно-таки шустро. Здесь как-то так немножко с рывком идет листание. Посмотрим, что там в настройках. Один гигабайт и памяти 8 гигабайт. Ну, в общем, вот такой вот планшет. В общем, это все заказывалось на сайте jd.com по акции на 23 февраля. Заказывалось со скидками. Все это набиралось до $100, чтобы получить скидку 20 баксов. В общем, все это барахло обошлось, если не ошибаюсь, 82, то ли $83. Добиралась сюда быстро, отправлялась долго. Ну, видимо, отправлялась долго, потому что комплектовали все вот это, что я заказал. Наверное, коврик долго искали. Добралась сюда EMS почтой. Поехал, сам забрал, так как думал, ну, предложили или приехать самому, или привезут. Я решил поехать сам забрать. Так, думаю, будет быстрее.
На этом все. Всем спасибо. Заходите на JD.com. С JD-коллекции можно смело заказывать. Оплачивайте только через палку. PayPal. Для того, чтобы потом можно было открыть в случае чего спор. На этом все. Всем спасибо. Всем пока.